2-0-1-3, я уже варю хиты. 2-0-1-4, я врываюсь будто гром в дом. 2-0-1-5, цепь на цепь качает блак. 2-0-1-6, меня уже знают все здесь. Всем место. Блин, я не знаю, как это описать. Даже перед выступлениями как-то такого ощущения нет. И, короче, минут через 40 у нас уже по Москве почти пол 12, и все, кто ждет, все, кто надеется, всех, блин, ну не знаю. Короче, ребят, сегодня будет на свет альбом, дай бог. Пацаны с улиц выбиваются в люди. Я надеюсь, он уже после полуночи, после всего. У меня такой сегодня день, такой загруженный сегодня день. И, несмотря на это, я думаю, ну-ка я выйду в прямой эфир, как-то расскажу. Не то, что расскажу, а как-то, блин, побуду с вами, что ли, потому что вот это одиночество, я серьезно, это как-то, знаешь, один, ты понимаешь, скоро у меня какой-то мандраж. Серьезно, знаешь, такое ощущение первый раз. Как будто первый раз. Ладно, я шучу, у меня нет ничего такого, все нормально. А на самом деле есть какое-то волнение небольшое. Так что, ребят, я надеюсь на вашу поддержку. И я оставил свайп наверх, это давнишнее видео, когда еще только трек записывали. Этот трек называется «Алкоголь». Просто я уж так травлю душу. Короче, будет альбом в ВК на всех цифровых площадках. Я скидывал заранее то, что можно сделать предзаказ. Мне уже тут долбят ВКонтакте. Давай пока. Ладно, пока убавим это все. Кто сделал предзаказ альбома, то есть уже в 00, не дожидаясь ВКонтакте, допустим, или где я опубликую, уже будет сразу скачанный в Apple Music. Так что, ребят, как-то вот такая была фишка. Возможно, я чуть-чуть попозже опубликую. Сегодня... сейчас, наверное, даже чуть-чуть послушаем песенку «Гелик». Также очень много интересных фишек будет в плане... вообще очень много чего. Я не знаю, с чего начать. Короче, все, кто ждет... Все, кто ждал, пацаны с улиц выбиваются в люди, в ваши души, в ваши дворы. Вот. Короче, будет очень много интересных тематик. И в плане не только будет андерграунд, но будет и, знаешь, какой-то танцевальный, будут и танцевальные мотивы, будут и какие-то, знаешь, песенка также под гитару будет. И... я даже не знаю, какая песня, взлетит, какая понравится. Но я все-таки ставлю, ставки на пару песен. Не то, что на пару песен, я вообще ставлю ставки на альбом, то, что он, я думаю, дай бог, с вашей поддержкой, с Божьей помощью, даже возьмет топ ВКонтакте. Так что, ребят, давайте поддержим. Я оставил в сторис свайп. Так что спасибо всем, кто сейчас смотрит. Это нереальное ощущение, серьезно, когда ты понимаешь, через полчаса будет что-то такое, нереальное событие произойдет в твоей жизни. Я даже когда машину покупал, у меня не было вот такого стресса, знаешь. Не то, что стресс, но вот какое-то такое волнение, серьезно тебе говорю, настолько... я не знаю, как вам объяснить. Так что, ребят, может, тут люди смотрят не только с Москвы, ни у кого московское время, я уж не обессудьте, у кого-то, может, уже позднее, может, уже у кого-то утро. Но уже завтра, уже в машинах, где-то в пробках, я думаю, все, кто слушает, будет возможность послушать. Вот, и уже с 19-го числа мы будем выступать в Магнитогорске, где там выступаем, уже с новой программой. Также будут новые города, в том числе, что вы пишете, Уфа, все.
Вот, короче, я не знаю, что сказать. Давайте послушаем один трек. Я думаю, будет интересно послушать. Все-таки, когда уже остается чуть-чуть мало времени, хотя все уже спят давно, я уже какой-то спать. Сегодня столько еще публикаций, я это публикую ВКонтакте. Я сразу опубликую ВКонтакте, ребят, ну, у кого-то есть возможность, может, кто там сидит с андроидов или откуда-то, не знаю, ну, вот я оставил свайп. Также есть ссылка у меня в актуальных в Инстаграме на мою группу, то есть будет в закрепленных. Если вы хотите где-то послушать, также на всех цифровых площадках, это Apple Music, это Google, Яндекс, это iTunes, всякого рода еще какие, я не знаю, Spotify, все площадки. Так что я вот надеюсь, что после полуночи, ну, как и тьфу-тьфу, раньше это все нормально было, публиковали, думаю, все будет. Короче, погнали, трек будет называться «Гелик». На этот трек, кстати, будет, он есть уже готов, клип, есть клип, но все-таки мы решили, как-то я говорил, 18-го, все-таки мы его решили публиковать. Ну ладно, он уже послезавтра выйдет, ну, 20 числа, короче, вот так, потому что вот с этой суетой, я думаю, про клип вообще нахрен все забудут, потому что столько новых песен, и лучше будет, если мы его чуть-чуть задержим на сутки. Вот. Ну все, погнали, слушаем «Гелик», потом я прерываю прямой эфир, потом я перепроверяю все, правильно я сделал, потому что вот это все загрузить, вот это все сделать, это, ребят, поверьте, надо, короче, все собраться. Если, короче, слушайте, кстати, информация, да, также будут делать репосты в Инстаграме, сторисы к себе буду брать, снимайте интересные, не знаю, вот как я говорил, сторисы, где, как вы, может, едете, может, какие-то актуальные, более необычные, интересные истории я буду брать себе, так что, ребят, дерзайте, творите по треке Нурминского, кто что там куда-то едет, может что-то делать. Ну, знаешь, не просто там типично что-то там вы там едете на светофоре. Ну, это понятно, да, все будут слушать машины, так скажем, да, многие. Но если это будет что-то интересное, что-то такое необычное, по-любому это будет сторис, а возможно это будет даже, знаешь, в ленту что-то такое, может, подумаем. Ладно, ладно, что-то я не буду ругаться. Погнали, слушаем трек «Гелик». И уже скоро, через полчаса, уже 23:30. Ёбану. Все, погнали. Йоу, короче, как-то так, отсечка тапок в пол, привет, задние фары. Ребят, кстати, забыл сказать, в связи с выходом альбома, я запускаю крутой конкурс, вот только что опубликовали ВКонтакте, красавцы, заходите, свайпайте вверх, если вы хотели давно выиграть крутой шмот от стрелы, бронированный, толстовка, футболка или там носки и наклейка, есть уникальная возможность, я уже, видишь, заикаться начал, короче, есть уникальная возможность выиграть все это, так что свайпайте вверх, сторис, знакомьтесь с условиями, они не такие прям сверх эти. Там, возможно, как это сделал, вроде про репост. И у вас будет 3 победителя на 3 места, то есть 3 толстовки. Ну, короче, читайте, очень все круто. Короче, все будет в группе, вся информация. Также тексты песен я опубликую, где? В группе, будет называться «В обсуждениях». Вот. Короче, вроде бы пока все сказал. Так что уже после полуночи остается пару минут, и вы уже услышите все песни. Это была одна песня. Песня называется «Валим».
на котором мы сняли клип. Также будут старые две песни, это из альбома, это «Статус» и «Как будто в первый раз». И еще 8 новых треков, которые вы не слышали. Ну вот, один из них слышали только что. Так что, ребят, я еще раз скажу, надеюсь на вашу поддержку, то, что вы поддержите ВКонтакте и вообще везде, чтобы треки услышали многие во всех дворах, во всех улицах, во всех тачках. Вот, короче. Главное, чтобы запали в душу. Ровно в 0-0. Нет, ровно не в 0-0. Плюс-минус там 10-15 минут. Как-то так. Я выйду замуж. Красавчик. Такие дела. Ладно, ребят, что сказать. Ждем альбома. Я пойду все проверю. Еще раз, короче, осталось совсем чуть-чуть. Пока все сделаю, ну, я не скажу, что прям 0-0 я выложу, это пока все сделать, ну, буквально 15-10, там, не знаю, максимум полчаса, и уже ВКонтакте, вы можете прям обновлять контакт после 0-0, короче, увидимся, уже я выложу также песенки в Инстаграм, ну и Инстаграм ТВ тоже выложен. Что еще сказать? Все? Все. Надеюсь на вашу поддержку. Всех люблю, всех обнял. Все, кто не спит, все, кто следит именно сейчас с нами, со мной здесь. Это я написал список песен по очередности, чтобы я не забыл. Так, на всякий случай. Так, от всяких гадов. Такие дела. Альбом можно будет найти ВКонтакте везде. На всех цифровых площадках. Йо. Ну а пока... Я с вами ненадолго прощаюсь, ребят. Давайте, если вы не хотите спать, ждем альбом. Свайпайте вверх и ждем. Сейчас остается только ждать. Все, всех обнял, ребят, всех люблю, всех прям. Короче, ну вы знаете, все огонь. Всем спасибо, всем, кто смотрит, всем, с кем. Да, кстати, будет на Ютубе. Везде, короче, будет. На Ютубе, в Инстаграме, ВКонтакте, везде только, где бы ты этот. Где только не хочешь, короче. Состояние убитое, потому что сон не сон, день не день. Такие дела. Все, чао, бомбит, обниматься не будем. Жду всех ВКонтакте сегодня, после полуночи. Альбом «Пацаны с улицы» выбиваются в люди. Йо. Все, давайте, ребят.